Здравствуйте. Я хочу поговорить с вами о женственности. Меня зовут Софья. Я хочу рассказать вам о марафоне женственности Алексея и Ольги Валяевых. Это мой видеоотчет. Когда я пришла в марафон, не было четкой цели, каких-то четких задач, вообще чего хочу достичь и что мне от этого нужно. Просто я почувствовала, что вещи, которые меня раньше не раздражали, вдруг начали меня напрягать. Я стала часто пребывать в плохом настроении и много ругаться со своими родными, в частности, с моим мужем. Я решила с этим что-нибудь поделать. За время марафона каких-то супер кардинальных изменений во мне не было, то есть я не превратилась из принцессы в лягушку или из лягушки в принцессу, просто стала немного более женственной лягушкой. В общем, в марафоне здорово то, что ты каждый день пишешь отчет, и этот поток постепенно захлестывает тебя. И как я читала у одной из девочек, марафон мягко дисциплинирует, и приходит какая-то осознанность, постепенно начинаешь понимать вообще, что происходит, кто ты, зачем ты, что, почему именно такие события и такая ответная реакция у тебя на них возникает. И что самое важное, по мере того, как марафон заканчивается, эта волна осознанности, она не отступает. То есть продолжается самоанализ, и все это в таком хорошем, позитивном ключе, то есть нет самобичевания, просто ты смотришь, наблюдаешь, и постепенно, маленькими шагами предпринимаешь какие-то усовершенствования в себе, ну, для более хорошей, гармоничной жизни. В общем, я могу сказать, что каких-то радикальных перемен у меня в жизни не произошло, просто случились именно в моем состоянии и отношении какие-то маленькие чудеса. То есть вообще я научилась принятию окружающих людей, мне стало легче, то, что все мы имеем свое мнение, и в частности близкие люди, с близкими обычно сложнее всего. И стала более расслабленной, жизнерадостной, вспомнила, как я люблю свою жизнь, и как вообще мне повезло, как много у меня есть, и как нужно это ценить и радоваться каждому дню. Ну и самое главное, я стала более, как сказать, смелой, наверное, да, и ушли какие-то комплексы, зажимы. То есть, наверное, это и есть какое-то раскрытие характера, когда весь этот груз блоков, вообще накопленных за, ну, скажем так, за жизнь, он постепенно отступает, да, и ты становишься просто собой. То есть просто собой, таким человеком, простым, спокойным. Можешь записать, например, видео с усами и шляпой. В общем, в марафоне мне понравилось. Я обязательно приду еще какой-нибудь следующий поток. Большое вам спасибо. И спасибо всем девочкам, которые участвовали вместе со мной. Спасибо Оле, Алексею Валяевым. Это классно. Всем любви, добра, спасибо, что посмотрели. Все.